На уроке с удобством ключи от новых автобусов вручили 20 курганским образовательным учреждениям. Причин обновления школьных транспортных средств несколько. Некоторые автобусы пришли в негодность, а некоторых и вовсе не было. Некоторые ребята живут очень далеко от школы, за 5-6 километров. И им приходится ездить на автобусах. Автобусов не хватало и возили только самых далеких детей. А сейчас подарили нам автобус. И будут все ездить. Автобусы оборудованы современными техническими средствами. Среди них спутниковая навигация. Это обеспечит безопасность поездки. Оснащение районных школ автобусами идет в регионе с 2002 года. За это время приобретено около 400 машин. Таким образом, практически всех учеников теперь будут привозить из дома к дверям образовательных учреждений. И вот сейчас по плану мы получили новый автобус. И очень рады, что мы будем на нем ездить не только возить каждый день детей, но будем ездить на экскурсии в город Курган. Мы запланировали поездку в Екатеринбург. И, надеюсь, в Тюмень. Хотелось бы с новым автобусом, еще бы асфальт, у нас плохие дороги, поэтому довозить детей очень трудно. Средства на приобретение автобусов были выделены из областного и федерального бюджетов. Юрий Пестерев, Юлия Васильева, Александр Киселев, Александр Бавальцев, телекомпания «Регион 45».